Добрый день, дорогие друзья, жители и гости Великой Туймады! Наш концерт под северным сиянием Оленьего края. Одно из мероприятий Оленёкского Эвенкийского национального района в городе Якутске. Покажут свое танцевальное искусство дети из края, где раскинулась просторами бескрайняя тундра, где радует глаз плескание северного сияния, где трудятся отважные оленеводы, потомки легендарного эвенкийского воина-героя Урен Хасуна. Детский эвенкийский танцевальный ансамбль «Долбор» был создан в 2010 году при Желендинской средней общеобразовательной школе. Основателем ансамбля является педагог-энтузиаст, отличник образования Республики Саха-Якутия, почетный работник просвещения и воспитания Российской Федерации Анна Павловна Юмшанова. Ансамбль ведет большую деятельность по пропаганде и развитию северного танцевального искусства, сохраняет народные традиции и обычаи. На протяжении своего существования ансамбль «Долбор» имеет немало достижений. Обладателя высокого звания Гран-при республиканского конкурса «Полярная звезда 2011», номинант «Лучший танцевальный коллектив», обладатель именной номинации «Руководителю коллектива», «Лучший руководитель года 2011 года», дипломант третьей степени 2012 года. Участник международного фестиваля в Париже 2011 года. Бронзовый призер молодежного фестиваля в Китайской Народной Республике 2011 года. Обладатель Гран-при республиканского фестиваля конкурса «Праздник Терпсихоры» 2014 года. Обладатель Гран-при первого республиканского детского конкурса «Оломходы Тутункустуга» номинации «Хореография. Народный танец». Участник национального фестиваля конкурса хореографических коллективов «Танцует Якутия» 2014 год имени заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Станислава Катакова. Лауреат первой степени международного фестиваля «Льда и снега» в городе Харбин Китайской Народной Республики 2015 года. Обладатель Гран-при международного фестиваля танцевальных коллективов «Звезды и Калинки» в город Астана 2017 год. Участник международного фестиваля танцевальных коллективов «Огни большого города» в городе Москва 2017 года. Обладатель Гран-при в конкурсе «Айкмен», посвященного ко дню долганов, село Юрынхая Анабарского района 2018 года. Лауреат первой степени международного танцевального конкурса «Огни Дубая» в городе Дубай 2019 года. Обладатель Гран-при республиканского конкурса среди танцевальных коллективов «Аюкта» 2019 года. Сегодня дети оленных людей на этой сцене Дома дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского расскажут в танце о жизни, быте и душе эвенков. Оленёкской течет река Малая Куанапка. В ее глубоких водах отражаются, сверкая россыпью алмазов, стражники горы и играют солнечные блики. Там ветры гонятся за счастьем, убегая от беды. Там суровую зиму злая вьюга заметает все тропинки и следы, словно укрываясь все несбывшиеся мечты. Там мы, брыкливым олененком, бегаем по просторам тундры Уджа, благословляя снежную благодать. Кулебюрете,
Природа Желенды полна чудес и тайн, которые мы не можем разглядеть до сей поры. Ее дни короткие и бесстречны, ночи длинные и тягучие. Но наступает время, когда все меняется местами. Дни длинные и тягучие, а ночей не бывает и вовсе. За время своей деятельности в ансамбле танцевали немало детей. Вырастила целую плеяду выпускников. На сегодняшний день в коллективе занимается около 100 детей. Где бы они ни были и чем бы они ни занимались, вчерашние воспитанники ансамбля помнят и любят коллектив, в котором танцевали, трудились, ценили дружбу и любовь к малой родине. Hey, hey, hey.
Ансамбль «Долбур». На праздничной сцене приветствуем гордость Джелендинского национального наследия. Долгана Эвенкийский народный ансамбль «Арык». Руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Светлана Дмитриева. Вашему вниманию композиция «Дети тундры». Милые рекам ты, Лара, Веркубан.
увезу тебя я в том друг.
Перед вами коллекция моделей мастерицы народного художественного промысла Республики Саха-Якутия, члена эвенкийских фольклорных ансамблей «Арык» и «Хэглэн» Валентины Алексеевой. Встречаем народную мастерицу Валентину Алексееву. Солистки ансамбля Аниты Евсеевой. Танец олененок. Hey, hey.
танцевальная композиция «Дети Севера». Вот уже несколько столетий мы пасем оленей, охотимся, рыбачим далеко до утра. Наши дети, деды, прадеды и отцы, удачливые и охотники, никогда не забывали обычаи немат. Добычи первой охоты всегда делились сородичами, а гостю доставалось лучший кусок угощения. Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Приветствуем Салицкую Долгана Эвенкийского народного ансамбля «Арик», ветерана труда и цены потомственного оленевода Зою Яковлевну Христофорову. Передаются любимые народом сказания и легенды. Это большая радость, что наши дети могут рассказать языком танца о своем счастливом детстве. Таба сюрен тамаяр, кере талы тундара, хохм хорсум сюрехте, ходо джаннар сиридере, манна хоркус куттагас, чуга хама ирахас, чеге чепик эдерсас, Чем нахти кере нас, чуке бивим сулуну, Джереге гюнан нига. Чикти кере бунали, Тундара бык игирар, игирар. Хоту дойду догору, Хохм джону улынар, Долу нюргун волчаны, Тундарага ингирар, манна хоркус куттагас, чуга хама ирахас, чегин чептик эдерсас, серчим нахтик келенас, чуке бирим сумунун, жерекили маннигар, чикки кере бунали, тундара Ходу джаннар сиридере, манна хоркус куттагас, чуга хама ирахас, чегин чептик эдерсас, серчим нахтик керенас, чуке бирим сулунур, жерекили маннигар, чикки кере бунали, тундара бык Чукотский статус.
совершенствуют и развивают свое мастерство и творчество. Являются одними из самых активных и неизменных участников наследственных, районных и республиканских культурных мероприятий. Это самые активные помощники родителей. Родители сами шьют костюмы, проводят праздники, готовят своих детей к поездкам на различные фестивали и конкурсы. Никен, не ведь не кен, хэвдин не флери, не кен.
тала, сингер тала, эй, кэка, эй, 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 кавалер ордена «Знак почета». Мать-героиня, солистка Волгановинки народного ансамбля «Ары» Федосия Николаевна Павлова. Вахла ида рва ида нам амбастак ретати тегар манганта ва арвала кайдан амбастак ида амкалак пен амбайтала арга вала кайдан анбайлакка амкалакта өтүм амартаклор тетигер аюларда табар болан алраса акта анбаракты өкпүн акаларда акбалакыйдан алара акта акалакта өтүм амканна келе эрсетигер эркепкип кала элда табар болан анкисак эйда анкалак пын анкаргеннарда акбалак эйдан анкалгилла эйкта анкалак таытым. Испокон веков люди с севера кочевали по бескрайней тундре. Время от времени гостевали у соседних общин и передавали о своем увиденном и услышанном через песни и танцы. Чулбан чириня, нинду, эвэн дэш дэрэн гонигэн
Якутия. Наша эвенкийская этнопевица Синельга. Jalan-jalan jahat, kung nga karja, ikut kung nga jahat.
Ансамбль «Долбору» поздравляет Салицкого детского танцевального ансамбля «Надежды Арктики» Международной арктической школы город Якутск Кюнней Егорова, мистический белый олень, руководитель Милан Егоров. Thank you.
Come on, boy.
Бастан.